Давайте еще позаписываю. Пахнет стиркой. Так что тут общежитие. Не знаю, что это, но это тоже общежитие. Но это точно. Ну, я, наверное, тоже. Потому что на них вот эти буквы А развешаны. Пардон. Сушев поел не так давно. Это, кстати, типа, этот, как это, medical center, так сказать, госпитальный центр, я вообще варианты придумал, короче, больница наша местная, кажется, маленькая, но она длиннее в ту сторону, но она не такая прям больница, это так, в общем-то, это, я помню, что мне там надо было, что-то в кладовую хотел. Красота, не погодка все-таки. Я уже, по-моему, говорил несколько раз, да? Я редко, как-то обычно погода на меня никак не влияет, потому что, ну как, понимаешь, что хорошая погода, хорошо. Но, хотя нет, вроде не. Я просто думаю, что действительно прям ничего не хочу делать. Тепло, как нафиг сессия, сейчас еще тепло. Серьезно, практически. Солнце свет даже слепит. Так ярко, хорошо. А я за этой, за посылкой ходил. Кабель. Чем-то вот и все. Ну, сейчас сяду. Буду домашку делать, оставшуюся по линейке. Чем-то вот мои, вот мой сегодняшний день. Линейка, классы. Делать этот survey и анализировать. И все. Да, сейчас что-то народ тут сидит.